После Чернобыльской катастрофы территория Хойницкого района скоротилась на полову. Дякуючи тем, кто застався, этот район протягивает жить и вертая былые позиции. С уликом минулого увага до этих людей особливая. Молодым специалистам одразу выделяют жилье. Что готовое медицинское обследование, обовязковое для всех. Частку этой справы на себе вырашил взять Белорусский союз женщин. Его активистки собрали целую команду врачов высшей категории из ведущих медицинских установ Украины и приехали с ними у Хойники, чтобы обследовать местное население. Как врач-уториноларинголог пациентов буду консультировать я, врач-офтальмолог, врач-онкомамолог и врач-эндокринолог. Это уже не первый раз такая акция. Мы, в принципе, консультируем не только с Белорусским союзом женщин. Несколько раз в год выезжают специалисты, и в этот район тоже именно. Я уже третий раз консультирую здесь. Усе врачи – специалисты наивысшего узровня, профессоры, докторы медицинских наук. Каб трапить до их на прием местовым жихарам, довелось объехать областный центр, те столицу. У гэтый ж день усе доступно на месте. Гости у белых халатах не только консультовали, але и про необходимости адресу выписывали на кирование медустановы республиканского узровня. А кроме того, своим опытом яны поделились со штатными специалистами районной больницы. Хойницкий район известен именно тем, что практически 100% населения это пострадавшие в ходе Чернобыльской аварии. И поэтому врач-эндокринолог, это вообще известно, да, риски заболеваний щитовидной железы чрезвычайно высоки. Поэтому мне кажется, что это самый профильный специалист, один из самых профильных специалистов именно вот в этом районе. Обычно это настолько ожидаемое людьми. Вот в тех районах мы выезжаем обычно в районные центры. Люди вот как-то ждут, чтобы приехали кто-то из Минска, может быть, дополнительно где-либо сказали информацию. Приемы дожились несколько годин. За этот час врачи поспели принять около 100 пациентов, у лику яких люди с вельми редкими и навод уникальными клиничными выпадками. И глазное это давление, все проверили. Очень даже, очень. И отзывы очень хорошие. Мы очень благодарны этим врачам, что они приехали, нас принимают. Увагу активистки Белорусского союза женщин надали и самым маленьким жихарам района, у яких так само есть проблемы со здоровьем. Доброчинцы наведали районный центр коррекционно-развивающего навучания. Тут выховываются дети с особливостями психофизичного развития, однорождения и до полнолетия. Зараз у центра 63 дитяти. Кожная отримала от союза женщин подарунок. Так само центру передали ноутбук и набор книг. С такими же каштовными подарунками актив союза женщин наведал Хойницкий социально-педагогичный центр и приемные семьи. Ганна Ковалева, телерадио, компания «Гомель», при поддержке агентства «Теленавин», Хойницкий район.